Приветствую вас на игре Devil May Cry. Как вы помните, в прошлой серии мы уничтожили Суккуба и тем самым разрушили Вирилити. Да, к сожалению, иногда такое бывает, что ваш любимый товар пропадает с полок магазинов. Так и произошло с Вирилити. Ну а нас с вами ждет седьмая миссия «Неспровержение». Yeah, we'll meet you there. See you soon, Virgil. You guys seem tight. How'd you mean? Is it relevant? I'd like to know who I'm risking life and limb with. He's my brother. He's trying to save the world. What's your story? Listen, I never asked for your help, but you gave it, and I appreciate it. I trust you. You can trust me too. He rescued me. I was in a foster home. My foster father was a demon. He attacked me most nights. I had to get out. Nightmares. It's okay. I felt nothing. I couldn't physically escape, so I found another way. I aimlessly wandered limbo in spirit form. I found Virgil there. He heard my cry for help. He helped me to deal with the demons, both figuratively and literally. I killed the bastard. Now I want to deal with them all. You're gonna stick with this to the end, right? Count on it. You've done well. We've dealt with the succubus. That will have hurt Mundus and got his attention. Now to land the second blow. Disable Mundus's monitoring network. Raptor News Tower. Controlled by Mundus, they have a monopoly over the world's media. News, advertising, entertainment. Mind control? Yeah, and surveillance. They spy on the populace through their network of satellites, routers, CCTV cameras. Yeah, I noticed that bit. What's the plan? Kat? The Raptor News Network is run by a demon, Bob Barbas. Bob Barbas is a demon? So he's more than just a fucking dick. And he's in that tower. Not that tower. That one. Huh? In Limbo, that's not a reflection. That's the real deal. It's a prison. And Barbas rules it cruelly. There's no mercy and no escape. Prepare the gateway. You'll have to go alone this time. Kat can't follow where you're headed. Alone is fine. She's done enough. On the plus side, won't be any cameras down there. Good. Dante, we don't know much about this demon. I'm sure it'll be lovely. Now I get why your point of view is so upside down. Ну что, значит, наша следующая цель — уничтожить ведущего новостей Боба Барбаса. Он, как вы поняли, находится вон в той башне, с которой так ярко светят прожекторы. Так, новое оружие. Смотрите. Move!
И здесь, видимо, прыгнуть еще раз. Так. И вот так. Ну что ж, вроде бы неплохое оружие, как вам кажется. Сейчас испробуем, видимо, на ком-то. Иди сюда. А теперь лети. Апперкот. И слэм. Сказал слэм. Еще один, ну давай. Ну я не боюсь тебя, вот. Готов. Готов. Ну, кто следующий? С новым оружием я вас не боюсь. Не то. Апперкот. Ну, кто здесь? Я выбил у него щит. Ну, умри уже. Здорово, ну давайте, вот так. Идите сюда. Я не боюсь, вот так. Вот вам всем получайте. 1 000 000 000 ударов, помри. Слэм. Иди сюда, сейчас получишь. Раз, два, три. Вот тебе. Ну, давай. Посмотрим, что ты можешь. Упс, я не заметил, как он прибежал. Ну ничего, давай, иди сюда. Я жду тебя. И вот тебе. Иди сюда. Раз, два, ну, подходи. Вот тебе. Я его остановил. Раз, два, три, вот. Так, ах ты как посмел это сделать? Да блин. Ладно, деремся по-обычному. Давай. Ну вот и все. Так, еще кто-нибудь? Нет, больше никого. Так, а теперь внимательно смотрим. Central Penitentiary. Never thought I'd be breaking into jail. Вот так вот, значит. Ну, давайте осматриваться. Так. Можно ли прыгнуть туда, или же не стоит? Сюда. С той стороны я ничего не вижу. А здесь, по-видимому, что-то секретное. Или же это единственный путь. А тут у нас просто-напросто ничего нет. Да. Так и получается. Ну ладно. Никуда ты летишь, Дан. Ты, ё-моё. Прыгни. Нормально. Сюда. Сюда. Хорошо. Вижу пауков. О, получилось. Так, что у нас здесь? Здесь продолжение. Я же надеялся, что это...
Секретное место. Я хочу глянуть, откуда я вообще пришел. Не то нажал. Так. И все закрыто. Больше назад мы с вами не вернемся. Так, что я должен делать? Да что ты будешь делать? Лети нормально, да. Так. Я слышу, я вижу. Но это продолжение, а мне же надо на эту платформу. И да. Раз, два, три, вот так, и... Рабочая ли дверка? Отлично. Чё ж у меня здоровья-то так мало, где я его профукать успел? Золото. Убейте всех врагов, вы проиграете, если примете любую из атак 2. Примените. О, блин. Это есть. А, вы шутите, наверное. Так, мне их надо как-то... Да нет, ну это не та же атака, вы... Так, хорошо. Встаньте в ряд. Встаньте в ряд, сказал. Сейчас мы вас всех одной атакой убьем. Раз. Это есть. Это есть. Это есть. Кто-то уже сдох. Хорошо. Со слэмом разобрались. Меняем оружие. Раз. Два. И удар троицы. Не дали. Я все на него поставил. Хорошо. Вот так. Вот так. Вот так. Дальше. Ангельское оружие. Хорошо. И он все еще жив? Не, они жив. Победили. Я даже ребельоном, по-моему, не пользовался. Это оказалось проще, чем я думал. Можно брать. Вот так. Ну что ж, движемся дальше. Ищем Боба Барбоса. Just doing God's work. Большая звезда жизни. Куда? Фух. Ничего не пропустил я там. Вроде бы нет. Вижу что-то. Хорошо, и куда мне... Давайте вернемся на эту платформу. Отсюда уже полетим дальше. Так. А ты еще кто? Здесь мне ничего не надо. А вот здесь... В принципе, что-то может быть. Да, вижу ключик. Вижу ключик. Это у нас серебряный ключ. Ключ нашли, статуя нам
не особо пока что нужна. Копим денежки или стоять. Здесь явно что-то не очень хорошее нас ждет, и так и есть. Начнем с тебя. Плохо. Очень плохо. Все. Валим отсюда. Так, надо убить этого огненного. И удар троиц. Я сейчас помру. Так. Вот сейчас, мне кажется, надо съесть маленькую звездочку и больше не глупить. Когда надо свалить, сваливаем, копим издалека и выносим их. Потихонечку. Так, берем демона оружие. Уходим. И вот теперь удар троицы, сдохните все. Раз, два, три. Убегаем. Ай-яй-яй, не трогать. Хорошо. Сейчас я уничтожу тебя. Получай. Иди наверх, сюда, ко мне. Нет. Не тут-то было. Все, наконец-то он сдох. Ну, подойди сюда. Давай, 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 давай. Сюда, сказал. Ах ты. Умрите уже, гет. Сюда, Теншо. Еще кто-то. Ну, давай, иди сюда. Ко мне поднимайся. Там сзади кто-то. Но он меня боится. Правильно делает. Ой-ой-ой. Это огненный. Так. О, он замерз. То, что надо. Удар троицы. И он все еще жив. Ну ладно. Не хочешь по-хорошему? Вот так тебе. И обратным давайте. Вот так. Хорошо. Путь дальше открыт. Но не было ли здесь чего полезного? Ничего, 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 ничего. Ладно. Погнали дальше. Они меня заставили скушать малую звездочку здоровья, но я так и не понял, куда делись мои половины жизни. Сзади. Данте. Обернись, гнев. Это ты, что ли, гнев? Я тебе сейчас покажу, что такое настоящий гнев. Исчезни. И это гнев, да это какая-то драная кошка. Ой, еще одна. Раз, два, три. Но где гнев? И это все. Я вам покажу гнев. Все умрете. Хватит меня бить. Один готов. И второй, вот это гнев, да, теперь верю. Теперь верю, вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Недолго длился гнев. Раз, два, три, умри. Я сказал, умри. Вот. Наконец-то, анархии. Я здесь видел слизняка здоровья. Где он, где он, где он, где мой зелененький?
Это раз. Был же еще какой-то. Или мне показалось? Это не совсем то. Там какой-то секретик звенит. Поэтому вижу. Да умри уже. Вот так. И двигаем дальше. А, ну здесь тупик, значит. По-любому нам сюда. А это кто такие? Ну, в общем, нам надо подняться наверх на лифт. Слышу. Кто-то здесь прячется. Да исчезни. Так, возвращаемся назад. Что за звуки? Понятно. Да не к нему, не к нему, не к нему. Так, бьем, бьем, бьем. Ладно. Еще кто-нибудь, еще кто-нибудь. Было же два их. Ну. Вот так. Так. И добиваем. Все, готов. А вот и ты. Иди сюда. Сюда, я сказал. Так. Я звеню. Не я звеню, я слышу, что что-то звенит. А, где оно? Ладно, еще встретим. Так, как бы внутрь влезть? И не пропустить ничего. Лучше лишний раз оглянуться. Тут всякое может быть спрятано. Так, ну давайте. Так уж и быть. Ага. Ага. Вот ты где. Думал, не найду? Думал. Думал, не найду? Ладно. Так. А там что? О, я стою. Кстати. А, и сюда, в принципе, и надо. На нижнем этаже вроде бы ничего не было. Ладно, погнали вниз. И вперед. Так, что у нас тут? И тут что-то есть. Сколько тебе надо таких ударов? Ладно, сейчас апперкот. Майк Тайсон. Снова вы. Но больше вы меня не обманете. Не попадешь, не попадешь, не попадешь. Попал, попал. Какие вы быстрые ребята, однако. Но нет, больше я тратить не буду здоровья. Так, надо как-то их равномерно бить, а то если один сдохнет, второй начнет злиться. Кто не входит в мои планы. Да, чтоб тебя. Надо поменять оружие. Ой, как плохо. Ой, как плохо. Вовремя скушал. Не то.
Вот это. И вот это. И вот тебе. Хватит меня бить. Легкий враг же на самом деле. Раз, два, и удар троицы. Дохните все. О, блин, вот это удар. Я ж только пополнил здоровье, и какая-то тварь мелкая посмела меня убить. Да сейчас ты... Так, короче, встретим... статую. Обязательно купим... золотую сферу. Вижу статую, а здесь что? А здесь вижу ключик. Вижу ключик от вот этой дверки. Отвратительнейшая серия получается. Играю как... не знаю кто. Медь, убейте всех врагов за отведенное ангельским ударом. Хорошо. Сейчас я на вас отыграюсь. За тех гадов. Вы-то мне ничего сделать не сможете. А я вас этим ангельским оружием сейчас уделаю по-быстрому. Вы даже задеть меня не сможете. С таким скиллом-то. А я контролирую толпы благодаря этому оружию. Вы можете делать только то, что я вам разрешу. Иди сюда. Сюда. Вижу, вижу. Слишком медленно. И финальный удар. И мы получаем еще один фрагмент. Мы умудрились попасть в черепушку Данте и... как ни странно, там пусто. Так, продолжение уровня в эту сторону. И покупаем. Тут же покупаем золотую сферу. Одна должна быть. Ну и малую звездочку, так как я две использовал. Пусть на всякий случай будут. И... кажись, все. Или же нет. Готовься, Боб. Меня засекли. Наверное, стоит бежать. Что там, какого-то деда бьют? Ну, идемте посмотрим, что там происходит. Так, но сначала надо оглядеться. Всякое может быть. По-видимому, ничего нет. Странно, я практически был уверен, что что-то мы с вами тут найдем. Ну, нет, так нет. А ну, отойдите. Гарпия. Новый враг. А ну сюда. Иди сюда. Ой, нет, нет, нет. Ага, то есть я ее к себе притянуть не могу. Вот же ж тварь. Падай.
Да умри уже, какие живучие. Иди сюда. Нет. О, получилось. И удар троицы, умри. Да я не могу попасть в тебя даже. О, попал. Раз, два. Мимо, мимо. Ладно, я уничтожу твои крылья, и ты сейчас упадешь сюда. Конец тебе. I know you're there. I can feel you. Who is it? I'll cut your head off. Put your stick down. I'm not gonna hurt you. Unless you give me reason to. Are you a prisoner of Mundus too? No. I'm from upstairs. Now can you tell me how to get to that tower? Tower? Why? Because I want to kill the demon that runs the show. Will you help me? Kill it? Yes. I can help. If you help me first. Let's hear it. Ну вот, мы договорились с этим дедом. Он нам поможет, мы ему поможем. И, надеюсь, итогом будет то, что мы победим Боба Барбаса. 85%, не слабо. Ай-яй-яй. Но все равно на S, несмотря на смерть. Так, ну что ж. Как будет называться 8-я миссия без глаз? А в магазине стоит ли нам за 3 штуки что-нибудь приобрести? Да нет, как бы все есть. Скоро мы соберем крест. По-моему, одного сегмента не хватает. Покупать за 2000 дороговато. Если нас выносят, то уже выносят. И один сегмент шкалы здоровья вряд ли сыграет какую-либо роль. Поэтому пока что все оставляем так, как есть. Золотая сфера есть на всякий случай. Сейчас она нас спасла от гейм-овера. И пусть остается. По ходу уровней статуи встречаются, так что если что, мы успеем и приобрести. Ну ладно, 7-я серия закончилась. Так, смерть, конечно, не в тему была, да, и предметов много использовал. Но чем дальше, тем сложнее будет. Оно и понятно. Ну что ж, увидимся уже в 8-й серии.